Look at me now. Fuck, are you kidding me? All of my jewelry cost about 100,000. Fuck all my enemies, never had sympathy. Fergie finna lay them down. Sipping on Hennessy, hopping up Italy, fucking your bitch in the mouth. Who am I? Trap door. Ayy, look at me now. Trap door. Look at me, look at me, look at me, look at me now. Trap door. Yeah. Look at me now. Всем привет! С вами Александра Савичева, и я рада вас видеть на своем канале. И недавно у меня прошел бой, в котором я одержала победу. И теперь я хочу вам рассказать о всех своих эмоциях, о подготовке к этому поединку и вообще, как все прошло для меня. Погнали! Подготовка на этот бой началась за несколько месяцев. У нас был разработан свой план, как мы будем правильно подходить к этому поединку. И я могу разделить свой тренировочный процесс на несколько блоков. Первый, один из основных блоков – это работа под соперника. Мы их называем отработки, когда мы вместе с командой изучаем стиль своего соперника, что мы можем ей противопоставить и от чего нам нужно, допустим, защищаться. И мы очень большой акцент делаем этому в тренировочном процессе. Также параллельно с этим идут, конечно же, спарринги. Сегодня мы снова на тренировке. Сегодня самый мой любимый день, спарринговая часть, пятница. На которых мы уже также под соперника оттачиваем на разных спарринг-партнерах то, что у нас может хорошо получаться. Дальше следующий блок тренировок – это работа с тренером. Индивидуальная работа, где мы уже точим все свои фишки, все свои какие-то нокаутирующие удары. Так как я ударник, мы делаем акцент на моей ударной такой стихии. Обязательно обсуждаем также соперницу, что у меня будет получаться делать, что, возможно, не стоит использовать в этом поединке. И обязательно в этой работе идет не только как вот физическая нагрузка, а в принципе постоянный диалог с тренером, с командой. Маленькое мини-движение, убрать его полностью. Да. Сейчас это будет тяжело, тебе привычно себя разогнать. Оставь. Пусть он чуть медленнее даже будет. Вот эту привычку оставим. Все, защищался. Молодец, вот он, да. То, что надо. Слово. Не больно, обидно. Я вот сейчас просто оно отлетело туда. Стопа посмотри. Блин, у нас вот такой идет коннект. Дальше, конечно, идет функциональная часть подготовки. Это мы работаем с тренером по функциональной подготовке. Мы также обсуждаем вес, который у меня находится на момент подготовки, вес, который должен быть на момент боя, какие я должна набрать физические кондиции к этому поединку, выносливость обязательно, конечно же, это куда в ММА без выносливости. И, соответственно, это такая же огромная часть подготовки, строится на функциональной работе с тренером. Для меня было важно в этой подготовке то, что передо мной будет стоять серьезный соперник из борцовского стиля, и для меня это был как вызов. И мы с командой это много раз обсуждали, нам не было варианта от подобных поединков отказываться, мне было важно показать то, насколько я способна выходить с такими девочками-бойцами, которые имеют базовую подготовку борьба, и
мы это также учитывали в подготовке, и я рада, то, что мы смогли выполнить все пункты и подготовиться к такому хорошему сопернику. И, конечно, я очень благодарна своему тренерскому штабу, который грамотно разобрали всю мою подготовку. Мы не говорим уже про сам бой, а именно подготовку к бою, потому что борец для меня это был вызов, и я не хотела допускать вновь, допустим, какие-то свои ошибки, которые были в предыдущих поединках. И здесь была очень важна командная работа. Люди, которые верят в меня. До боя остался один месяц. Саша опытный боец. Саша уже провела достаточно боев в ММА как профессионал. Все ошибки исправим. Саша абсолютно готова. Есть и характер, и желание, и умения, и навыки. Все это нужно еще раз хорошо сложить в общее целое. Мы в нее верим. Выжать по максимуму лучшие навыки и качества, использовать во время поединка. Победа будет за нами. Поэтому победа будет за нами. Люди, которые показали мне то, что у меня хорошо получается, что я могу хорошо применить, и мне совершенно нет смысла бояться там девочек-борцов. Мы все можем, у нас все получается, и мы продолжаем идти к своей цели. Следующий блок подготовки, который я хочу выделить к этому поединку, это тема питания. Я уже рассказывала, что я впервые спустилась в новую категорию 52 килограмма для себя. Это был, конечно, такой интересный экспириенс, потому что команда переживала, что я могу не сделать вес. И здесь даже вопрос не в том, что как я сделаю вес, а как я себя буду чувствовать на момент боя в этом новом весе для меня. Вот. Поэтому я сразу же поняла, что мне надо работать с диетологом, нутрициологом, чтобы максимально грамотно ко всему подойти, чтобы и питание было максимально вкусное, чтобы я себя чувствовала комфортно, ведь я тренируюсь каждый день, два раза в день. Это действительно тяжелый труд, и при этом скинуть на тот момент 5-6 килограмм от моей массы тела не так просто. Вот. Но благодаря также грамотным специалистам, которые окружали меня в этой подготовке, все сложилось отличным образом. Я себя прекрасно чувствовала, как вы видели, в моем бою не было и капли усталости, хотя комментаторы очень ждали с самого первого раунда, когда я уже пересматривала бой, они говорят, ну когда же вот у Александра уже наступит вот этот вот потолок, что весосгонка повлияла на ее функционал, но нет. Здесь самое главное, это была дисциплина, никаких срывов в питании, да, конечно, хочется кушать, хочется сладенького, нам всем это хочется, но я максимально четко выбрала для себя цель, что я хочу плавно, хорошо, качественно сбросить вес, отлично себя чувствовать и в день взвешивания, и в день боя, и не будет никаких проблем со здоровьем. Поэтому мы, в принципе, эту задачу также выполнили. Это огромный длительный процесс, о котором можно долго рассказывать, но самое главное, что все получилось, и чувствовала я себя хорошо. Ну, вообще, конечно, вы все знаете, как бы я не говорила, что я себя замечательно чувствовала, вот эти пару дней до взвешивания, конечно, они были самыми тяжелыми. Наверное, спортсмены все знают, каково это не пить, не есть там за сутки, как ты себя чувствуешь. Но ничего, это издержки профессии. Наверное, у всех спортсменов свои способы, у всех есть свои приметы, и они у меня тоже когда-то были. Счастливая резинка, счастливая футболка. Но честно, я могу сказать, что сейчас я от этого отказалась, потому что, когда ты выходишь уже на профессиональный уровень, наверное, тут нету места счастливой резинки. Вот. Поэтому, но есть у меня как бы пару таких уловок, которые меня немножко приводят в то чувство, что я настроена на поединок, потому что я могу сказать, что в этот раз был мандраж, наверное, более сильный, чем обычно. Хотя все говорят, вот по тебе не скажешь, вообще незаметно, ты такая вот молодец. Нет, на самом деле я сильно переживала. Я настолько переживала, что я поняла, что я за месяц до боя перепутала свою дату боя. То есть я думала, что у меня бой, я была уверена, что он 18 мая. То есть уже там всем друзьям сказала, когда билеты покупать. А он оказался 17-го. И тут я села и поняла, что я, походу, настолько переживаю,
я делаю вид, что я не переживаю, прихожу на тренировки, все выполняю, но вот это в глубине сидит, и нужно с этим немножко разобраться. И тут, конечно, я просто села, проговорила себе, что все идет как идет, все идет своим чередом, что тренировки складываются отлично, по здоровью все хорошо, нужно немножко собраться и выдохнуть. Это моя работа, я должна ее выполнять, как и всегда выполняю. И тот диалог вот наедине с собой мне на самом деле помог немного расслабиться, прийти снова в чувство, и тренировки дальше шли так же хорошо, как и шли до этого. Просто я, наверное, сняла с себя вот это вот напряжение ментальное, которое мне, в принципе, тогда и помогло собраться уже дальше на бой. Это было важно. Поэтому всегда нужно работать над ментальной частью. За 3 дня до боя мы вылетели в Алмату, рейс был ранний. Честно, этому была не очень рада, потому что нужно было встать 3 часа ночи. Я тогда надела эти чулки компрессионные, чтобы не отекать. Крайние уже дни весогонки, было тяжело. Я пила на тот момент по 6 литров воды. Вы представляете, да, лететь в самолете, и при этом нужно было выпить 6 литров воды. Это было ужасно на самом деле. Это, наверное, было первое испытание перед моим поединком пройти эту весогонку. Вот, прилетев в Алмату, конечно же, задержали рейс на 1,5 часа, мы прилетели позже, нас долго не выпускали с самолета, и прилетели, точнее, приехали в сам уже город, в саму гостиницу намного позже, чем предполагалось. После того, как мы заселились, мы сразу пошли потренироваться, это нужно делать обязательно после самолета, чтобы не чувствовать себя сильно отекшим и уже подсогнать водичку, которую мы пили. Но утром у меня был прилив энергии, мы поехали с подружкой в торговый центр, я решила немножко пошопиться, это моя самая любимая перед боем. Я люблю отвлечься вообще от всех этих тренировочных процессов, поединка, соперницы. Я просто иду в Зару и покупаю кучу вещей. И максимально вот наполнилась этой женской энергией. Хотя вот не знаю, перед боем надо ей наполняться, но я наполняюсь. Мне это нравится. Вот. И вечером уже приехав с торгового центра, мы списались с тренером, договорились о времени. Я просто переоделась, надела супер весогоночный костюм, намазалась всеми мазями, и мы пошли гонять вес. Вес шел отлично, точнее пот. Я чувствовала, что мы очень хорошо разгоняемся, что, я думаю, килограмм быстро уйдет. Должен был уйти за час. Прошло 1:15, тренер сказал, что, в принципе, уже можно идти раздеваться, взвешиваться, и мы в весе. Я горю, голубые птицы, полевые. Как быстрее. Я ей сердце свое подарил. Я пришла уже в номер, все сняла после весогонки. И понимаю, что у меня еще осталось 200 грамм. Но это не попить, это лечь спать и надеяться, что они точно уйдут за ночь. И я подумала, нифига, это со мной не пройдет. Я решила, у меня была с собой портативная сауна, я ее быстренько собрала, подключила, и думаю, посижу-ка я в сауне, чтобы попить на ночь. Все, я посидела еще 20 минут в сауне, у меня ушло, наверное, грамм еще 300-400, я попила водички и легла спать. И все, в 7 утра я встала, за день до боя это было, мы приехали на взвешивание, у нас взяли анализ крови, это всегда берут. Перед поединками я взвесилась, у меня был даже запас. Что меня ждало, на полочке вот так вот лежало, и о чем я думала, это киткат. Один киткат, он лежал, мне его разрешили съесть, и в обед я его съела. Даже сейчас вкус, вот эти слюнки вот так подступают, это был очень вкусный киткат. И он был великолепен, как сейчас помню. Вечером у нас был face-to-face, это официальная церемония взвешивания, где мы уже друг другу с соперником посмотрели в глаза. Вот. Ничего такого интересного не было, но когда я вышла, она начала со мной разговаривать о том, что мы проведем обязательно хороший бой. Очень такая добрая, приятная оппонентка, ничего такого интересного не произошло, мы пожали друг другу руки, и я знала уже в тот момент, что я выиграю, потому что я видела, что хоть она и улыбалась мне, но ее страх слишком был выше всех вот ее эмоций, которые она пыталась скрыть. И после этого я поехала заплетать себе косички и продолжала вкусно кушать. Я знала, что я буду биться поздно вечером, поэтому я могла себе позволить подольше поспать. 10:00 утра я поспала.
Потом мы с друзьями, которые приехали за меня поболеть, договорились увидеться и вместе позавтракать. Мы увиделись все, вместе позавтракали, пообщались. Вообще не было никакой темы боя. Мы просто поднимали вот эту атмосферу веселья, так сказать, и позитивного настроения, что я, в принципе, об этом не думала. Для меня лично это важно в день поединка, поддерживать такую позитивную атмосферу вокруг себя. Вот. После этого я сделала там капельницу для восстановления после взвешивания и легла поспать. Отличный день, я считаю, шикарный, профессионального спортсмена. Я сделала хорошую растяжку прямо в номере, и мы уже пошли пообедать. Это был бы уже последний мой прием пищи до выхода на арену. И мы часам где-то в 5-6 я выходила, пришла на арену, и тут вот уже началось самое интересное. Как только я прихожу на арену, ощущения другие. Ты уже видишь бойцов, ты уже видишь, что так как я вечером билась, уже кто-то отбился, кто-то уже ходил грустный, кто-то наоборот веселый. И, конечно, мандраж начал усиливаться. Вот, я переоделась и пошла тейпировать руки. Там меня уже все знали, сразу же знали, как меня тейпировать, где потуже затянуть, где послабже. Очень такая приятная атмосфера. Вот. И после тейпирования я вернулась в раздевалку, и с моей командой мы продолжили уже такую серьезную разминку перед боем, потому что для меня это тоже очень важно. Были поединки, где я плохо разминалась и плохо дышала во время боя. Поэтому у меня была, можно сказать, полноценная тренировка перед боем. Это выглядело так. То есть с двумя тренерами я с одним боролась, с другим работала по лапам. И мне было очень важно всегда поддерживать такой потное состояние, чтобы мне было жарко. Обязательно нельзя мне остывать. Для меня это тоже тяжело перед самим поединком. Один пропущенный удар, и ты уже такой, ну все. А потом ты такой опять хладнокровие. Так, все, спокойно собрался опять тут. Думаю, ну все, блин, и погнал. И в этот раз, как назло, каждый бой не заканчивался досрочно. Все были полноценные раунды, и, соответственно, все очень затянулось. То есть я предполагала, что я буду биться часов в 8 вечера, в итоге я билась в 10. Вот. И из-за этого и разминка была дольше, ну и ожидание было дольше, соответственно, сам мандраж тоже был намного дольше. Вот и наступает уже момент, когда я выхожу в клетку. Мандраж уже был максимально близко подходил, но я думала, наконец-то этот момент настает. Я выхожу, и обычно я всегда выхожу с супер строгим видом и делаю пару шагов. Я слышу своих друзей, которые прилетели с разных городов меня поддержать, их мощную поддержку. Такого никогда не было в Казахстане, потому что все равно ты бьешься, ну, как бы на чужой территории, и мало кто приезжал меня поддержать. И неволей я не смогла не улыбнуться, потому что это было очень для меня приятно. И сразу такой прилив сил. После этого ты подходишь, катман проверяет наличие капы, чтобы не было никаких сережек. Всегда проверяют ногти, они должны быть мега короткие. Мне уже как-то обрезали перед поединком до крови прямо ногти. Вот. Команда желает моя удачи. И я захожу в клетку. И также захожу в клетку, снова вижу на публике своих друзей, я подумала, ну все, тут по-любому надо побеждать, тут вообще не вариант, столько ребят прилетело за меня поболеть. И когда я уже подошла в свой угол, начали объявлять мою соперницу, потом меня, и я прямо помню, как сейчас, что я стояла и думаю, надо запомнить это ощущение, когда ты стоишь в клетке. Потому что обычно ты спортсмен, ты идешь на адреналине, ты ничего не запоминаешь. А я прямо стояла и разглядывала клетку, там, операторов, судью, своего соперника, звуки, которые были сзади меня, моих там, допустим, близких, либо просто болельщиков. И я прям как сейчас помню это ощущение в клетке, я думаю, ну класс, поехали. Вот, и когда начался первый раунд, мы сразу с командой обсудили, что это будет такой разведочный раунд, у нас будет разведка, я не буду там сразу максимально активничать, как вы и поняли в поединке, это был такой план на бой, мне нужно было показать ей, что ее борьба совершенно не будет работать со мной в этом бою, потому что ее козырь это была борьба, а лишившись своего козыря,
она будет уже теряться. В принципе, этот план и сработал. Несколько попыток прохода в ноги, и они все не закончились успехом. Я от них отлично защитилась. И при этом у меня получалось атаковать, но на самом деле по своим ощущениям я помню, что я не могла подобрать дистанцию, что я вроде бы бью, но чувствую, что либо какие-то легкие касания, либо не дотягивалась я до нее, потому что я видела, слышала ее угол, что они готовят, борьбу против меня. Когда я зашла уже в свой угол после первого раунда, в принципе, тренер был доволен, но он хотел от меня большего, и я тоже от себя хотела большего, поэтому у меня было такое, что ну все, ребят, теперь уже начинаем биться, выходим на второй раунд. И я начала максимально агрессивно работать, и тут я поняла не то, что свою ошибку, меня немного захлынули эмоции, потому что в начале раундов я очень хорошо попала, она была потеряна от или даже ушла немного в нокдаун, упала, то есть я бью, она падает, это уже приятный такой признак, то, что от моих ударов она падает, я зачем-то полетела с коленом, хотела ей попасть коленом, тренер мне еще сказал, зачем ты это сделала, и она очень удачно меня подхватила, хотела перевести меня, вот, но здесь тоже, когда она меня попыталась перевести, я сделала контрдействие, и, в принципе, оказалась в борьбе сверху, вот, но что именно... Не то, что мне не понравилось, но это, наверное, классный опыт. Из-за того, что я была на эмоциях, я пропустила один удар. Все его, наверное, видели во время этого боя. Многие, наверное, запереживали. И в этот момент я понимаю, что это не сказать, что какой-то супермощный удар был, потому что я стою на спаррингах с мужиками, которые попадают явно сильнее. Но у меня был такой, знаете, такая прямо титры перед глазами, как будто... Вот еще не хватало мне сейчас упасть в нокаут от борца перед всеми своими близкими в поединке, где я себя уверенно чувствую. И я прямо так немного встряхнулась, сама с собой поговорила, Саш, ты что, все, соберись, убери эту, вот эту волю эмоций, она сейчас не нужна. И все, я начала также собрано уже работать, расстреливать своего соперника по плану тренера. И опять перехватила, ну то что опять, я в принципе перехватила дальше этот, ну, поединок на себя, так сказать. И после второго раунда иду, понимая, что я весь раунд забрала, но вот этот пропущенный удар мне не дает покоя. И тренер спрашивает, Саш, пропустила или подскользнулась? Я говорю, подскользнулась. А зачем ему знать лишний раз переживать момент боя? Ну и все. И в третьем раунде я, честно, думала, что я закончу досрочно. Все предпосылки к этому были, но тоже девочка крепкая, непростая. Наверное, я где-то немножко перестраховалась, потому что риск был большой. На мой взгляд, не хватило, чтобы закончить досрочно. Ну, здесь можно взять несколько параметров. Самое основное, что я переживала допустить ошибку и проиграть. Ну, действительно, был такой страх риска. То есть ММА – это в любом случае, понятное дело, риск. Но я видела, что я весь ход поединка за мной. Я отлично попадаю, и все, что я делаю, у меня проходит. Но чтобы закончить досрочно, возможно, мне где-то надо было побольше рискнуть, и я подумала, что этот риск будет неоправдан, потому что девочка тоже ждала моей ошибки. Потому что она понимала, что бой она проигрывает, и все, что бы она смогла сделать, это поймать меня на ошибку. Как-то затянуть в борьбу, если бы я сделала какой-то удар и так далее. И я подумала, что в этом нет смысла, я продолжу дальше бить ее просто красиво. И тоже очень такие у нас классные элементы были, где она пыталась войти в борьбу, я ее перевела, оказалась сверху, но она снова смогла встать. Я потом снова ее ударила, она упала, потом она там тоже со спины меня попыталась сбросить, но при этом я заняла позицию со спины. И время закончилось, и я прямо встаю и понимаю, ну, все классно. Даже если не получилось закончить досрочно, все получилось, как и должно было быть. Я вижу, что тренер был очень доволен мной, рад, то, что мы провели таких три плотных, активных раунда и забрали победу. И вот уже, когда судьи зашли в клетку, момент истины, когда поднимут руку и как бы, смотришь бой, и очевидно, что победитель я. Но я стояла в легких сомнениях и думала, ну мало ли что, сейчас последние там поединки в разных лигах бывают разные. Когда там явно
ребята побеждают, а поднимают руку в другую сторону. Поэтому вот минус выигрывать решением, а не досрочно. Все-таки досрочно ты вообще уверенно стоишь, все, сейчас поднимут. А я стою и думаю. И слышу, уже судья говорит единогласным решением. Тут я понимаю. Единогласным решением судей победу одержала Александра Стомичева! Россия! Поаплодируйте ее сопернице София Пакишвили! Многие, наверное, даже интересуются, почему я так ярко не радуюсь своим победам. На самом деле, я была очень рада. Просто эта радость равно такое спокойствие с перемешкой хладнокровия, потому что все-таки это моя не основная цель. Это микроступень, на которой я шагнула, я рада, я молодец, все классно, идем дальше. Я до своей вершины еще не добралась, наверное, когда я доберусь, вы увидите всю бурю эмоций, которые я буду освещать и показывать. А сейчас как-то я спокойно это воспринимаю. И сразу уже стою, вот мою руку подняли, я уже думаю, так, с кем следующий бой? Сколько мне надо времени восстановиться? Сейчас я покушаю. Так, нужно пройти обследование. И осенью я уже готова на следующий бой. То есть это уже в момент в клетке, когда я вроде бы должна выдохнуть и отдохнуть, я уже... Думаю о следующем поединке. Вот такая я, у меня вот так всегда почему-то. Я очень эмоциональный человек, я всегда там иронимо что-то воспринимаю, как-то плачу, либо сопереживаю своим близким, и вообще не могу держать и копить в себе эмоции. Но касаемо спорта, я понимаю, что здесь не место каким-то таким, может быть, слабостям, и мне хочется всегда себя проявлять с сильной стороны, хладнокровно, и, наверное, это как-то у меня вот переигрывается в таком роде. Я вообще нытик, я реальный нытик. В смысле, я за час до этой съемки поплакала, посидела в машине, думаю, блин, сейчас макияж заново делать, ладно, не буду. Слезы вытерла и пошла. Как-то вот так. Победа – это всегда невероятное ощущение. Я очень рада, что смогла одержать эту победу в таком непростом поединке для меня. И, конечно, за этой победой стоит огромный труд не только мой, а всей моей команды, моих тренеров, моих менеджеров, мои родители, мои близкие друзья, которые создали эту атмосферу, чтобы у меня все получилось. Поэтому это звенья одной вот такой вот цепи, и вместе у нас получилось добиться этой победы. И это еще один шаг к моей большой мечте, это UFC, все об этом знают. И я думаю, благодаря этому бою я к ней приблизилась еще на одну ступеньку. Уважаемые друзья, дайте шума для Александры Савичевой. Саша, 3-0 в октагон, 6-1. Все хотят знать, что дальше. Конечно, я очень много слышала перед этим поединком насчет UFC. Все знают, что это моя мечта, я к ней иду. Вот. Но я еще контракт не получила, поэтому я готова ко всем вызовам. Если нужно побиться здесь за титул в 52, я с удовольствием заберу этот пояс. Если мне дадут контракт в UFC, то я продолжу карьеру в лучшей лиге мира. Саша, сегодня была одна из самых сложных соперниц в твоей карьере. Пару слов о Софии. Да, изначально, когда мне скинул менеджер эту соперницу, я, честно, даже не успела скинуть своей команде, я сразу сказала «да», потому что я давно хотела себя проверить. Для меня это важно, для моей карьеры. И выходить против девочек, у которой 8 досрочных побед в борьбе, это однозначно хороший показатель для меня. Подготовка также была очень сложной, у меня были проблемы со здоровьем. В принципе, поэтому я не спустилась сейчас на эту категорию. Вот. Но мы преодолели все трудности. И, как видите, я в полной боевой готовности побеждать дальше. 100%. Финалист. Конечно же, я хочу поблагодарить всю свою команду, весь свой тренерский штаб. У меня огромная, замечательная команда Riot Global Fight Gym. Конечно же, большое спасибо моим близким. Вы не представляете, сколько людей прилетело за меня поболеть. Им отдельное спасибо. Всех очень люблю и ценю.
Я слышала эту поддержку. Это дорогого стоит, наверное. Это главная победа в моей жизни, мои близкие, моя семья. Родители, которые не смогли приехать, я знаю, что они очень переживают за меня. Спасибо им большое, все это благодаря им. И, конечно же, спасибо Лиге Октагон, казахской публике, которая меня так ярко встречает. Спасибо! Александра Савичева! Также, конечно, спасибо большое вам, дорогие мои подписчики, за вашу поддержку. Я получила очень много сообщений до поединка и после боя. Вижу, как вы за меня болеете и переживаете, поэтому отдельная благодарность и вам. И, конечно, не то чтобы приношу извинения, но так и есть, то, что я не всегда могу часто выкладывать какой-то контент. Я знаю, что очень всем интересно видеть мои тренировки, мои ощущения. Но вы понимаете, что это огромный большой труд, поэтому я всегда буду находить уже, может быть, после боя какое-то время, чтобы искренне от души рассказать свои ощущения на момент подготовки, после боя, с вами делиться, чтобы вам было интересно. Поэтому обязательно комментируйте, ставьте лайки, также пишите в комментариях, о чем вам еще интересно было бы узнать от меня о моем бое или, может быть, о каком-то этапе подготовки.